поисках приключений, загадок и открытий мы часто отправляемся в путешествия в далекие экзотические страны. Но лишь немногие знают, что совершать удивительные открытия можно буквально отъехав от своего дома на сотню-другую километров. Для этого нужно совсем немного. Свободное время и желание встретиться с неизведанным. В каждой области нашей страны есть места, с которыми связаны мифы, легенды и необычные истории. Мини-экспедицию в одно из таких мест организовал участник клуба путешественников «Достояние планеты» Валентин Макеев. Приехали мы в чертово городище, погода замечательная, солнечная, снега мало, везде пройдем, все увидим. Собрав единомышленников, он отправился на исследование загадочного объекта, расположенного в 200 километрах от Москвы в Калужской области. Название этого места говорит само за себя. Чертово городище. Вот он вал. А, вал и ров. Да, вот. А вот тропинка, которая... Ну, после вот, через чертово ворота. И назад мы выйдем вот по этой дороге. Оно напоминает развалины огромного сооружения, разрушенного давным-давно неведомой силой. Я ехал для того, чтобы увидеть что-то новое и как бы понять, как там, что было, что происходило. Я был готов увидеть необычные вещи. Какие именно, я даже не предполагал. Первое описание чертова городища сделал иеромонах Леонид во второй половине 19 века. Вот что он пишет. «Недалеко от древнего Ржавца в глуши леса есть замечательное место. Это развалины какой-то исторической постройки, на которой потреблены камни огромной величины. Здание какое-то снесено тут было. Вокруг на значительном расстоянии лежат такие же большие камни. О древности этой постройки свидетельствуют вековые деревья, растущие внутри и давно поросшие мхом. Народное воображение населяет это таинственное место духами». Позапрошлым. Фонарик, да? Зазвоник? Давай, я возьму. Отсюда смотри. Вот тут лед, вот сюда на краешек останови. Да, увидел там деревья тройные. Да, увидел там этот мох. Да, увидел входы в пещеру, да, увидел там округлые камни, увидел отверстия в этих камнях. Увидел, что это действительно огромное возвышение, порядка 30 метров. Видно эту стену, видно огромную стену, которая стояла. Где-то она нормально сохранилась, где-то там куски, обломки и фрагменты от этой стены. Фрагменты, они как наверху, так и внизу лежат. Да, видно, что камни разбросаны. Не просто, что взяли их там руками, взяли, раскидали. А что именно это был взрыв какой-то направленный, и обломки лежат хаотично. Вот отличный камень. Вот тоже, да? Это же не скала. Это отдельный торчащий камень с плоской формой. Чертово городище действительно очень необычное место. На маленьком пятачке земли, как будто каким-то волшебником сосредоточены и странные мегалиты, и необычные растения. Очень необычно, что в этом месте растут папоротники, которые в принципе не характерны для средней полосы России. Непонятно, кто их туда привез и кто посадил. Но больше всего удивляет, что помимо того, что этот комплекс, скорее всего, в древности был мегалитическим, потому что нам удалось обнаружить там и развалины каких-то древних построек, и явно следы древней деятельности человека, и сакральные камни, и какие-то непонятные технологии строительства, очень похожие на те, которые называют пластилиновой кладкой. Другие легенды связаны с так называемым чашечным камнем. Он представляет собой валун с отверстием в форме пятигранной чаши. Согласно поверью, в чаше всегда есть вода. Даже если в знойное лето вычерпать оттуда всю воду, за ночь она появляется вновь. Особенность камней, находящихся в чертовом городище, это первое чертово пальцы. Отверстие, углубление в камнях цилиндрической формы глубиной там, от
5 до там, 20 сантиметров. Диаметр тоже колеблется от сантиметра до 5 сантиметров. На каких-то камнях это одно отверстие, а на других камнях это там, до 20 отверстий. Природа такого сделать не могла. Это удивительный, поразительный факт. Есть также чашечный камень. Камень с большим углублением в виде полуовала. Опять же, закругленные края. Опять же, природные воздействия никак не могли образовать такое углубление. Также увидели явные следы механической обработки камней, ну, из пластилиновой технологии, скажем так. Для строителей это понятно в таком ракурсе. То есть раствор, когда застывает, его аккуратненько там формуют, убирают какие-то лишние элементы. Потом раствор застыл, все, остается след. Может, какой-то замок делали. Вот, видишь, то же самое. Вот, лопатой. Хоп, хотели вот. Раз убрали, два убрали. И все, камень застыл. Наверху вот этого сооружения тоже есть несколько необычных камней. Такое впечатление, что какой-то древний строитель просто вылил на поверхность скалы остатки того раствора, из которого он лепил вот эти мегалитические блоки. И они засохли в форме таких непонятных нагромождений уже камня застывшего. Скорее всего, под всем этим каменным комплексом располагался еще либо древний город, либо какое-то убежище. Потому что до сих пор сохранились 4 входа в пещеры. Общаясь с теми людьми, которые живут недалеко от чертого городища, мы узнали, что еще в 50-е годы прошлого века спокойно можно было попасть в подземную часть вот этого огромного мегалитического комплекса. По непонятным причинам, в конце 50-х годов входы были взорваны. И сейчас мы можем наблюдать лишь один небольшой вход, который стал фактически пещерой. Тяга есть? Что-то есть. У тебя спички или зажигалка где-то? Зажигалка есть, спички там. Давай. Видишь, тяга оттуда сюда идет. Если вы знаете о загадочных и необычных местах вашего края, вы можете самостоятельно организовать небольшие исследовательские поездки к ним. Собрав команду энтузиастов из числа земляков, смело отправляйтесь в путешествие и не забудьте взять с собой фотоаппарат. Если место действительно заслуживает внимания других исследователей, добавляйте его в каталог на сайте достояниепланеты.ру. Обязательно подробно расскажите о вашем объекте в поле описания и добавьте 5-15 наиболее удачных фотографий, демонстрирующих его самые интересные особенности. Только в этом случае администраторы сайта одобрят добавление нового места. Возможно, ваша находка со временем станет началом больших научных изысканий. К ней поедут многочисленные исследователи и туристы. А вы получите статус первооткрывателя и проводника. Многие неизученные интересные места лежат у нас буквально под ногами, которые мы видим каждый день и не задумываемся, что у них есть история. Необходимо просто немного задуматься, собрать некоторые факты и выявить удивительное рядом. Яркие путешествия, уникальные исследования, невероятные открытия. Каждый из нас мечтал о них в детстве, но лишь единицы смогли воплотить эту мечту в жизнь.
Достояние планеты. Подключайся к тем, для кого мечта стала реальностью. Чтобы принять участие в одной из ближайших экспедиций, заходи на страницу «Клуб путешественников» на сайте достояниепланеты.ру. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.